Сейчас на даче я не смог пойти сюда. Вот я сказала. Где ты читаешь? Да. Что написано? Бабуля угорает, вон там сидит. Бабка. С ума сошла. Бабуль. Чувак. Газет не читает, не читает, что в мире творится. Друзья, всем привет! Это видеожурнал «Гугуцы». Сегодня мы находимся на Арт-Перми группой из Академии, ребята с разных курсов. Мы сегодня пишем. Ну, кто пишет, кто рисует. Молодежка, сборная солянка, в которой важен каждый ингредиент. Живописное полотно ли это, графика или скульптура. Такие разные авторы и такие разные работы. По стилю, настроению, духу. Вот, к примеру, лицо выставки. Thank you.
Чита, Пермь, Республика Карелия и, конечно, Киров. Молодой художник Сергей Перманов представил на выставке две своих работы. Он любит писать архитектуру, здравствуйте, товарищи коровы. А, ну ладно. Buongiorno!
Ты сфоткал меня или снимаю? Друзья, очень насыщенный день. Сейчас иду на открытие выставки на заводе Шпагина. Выставка называется «Поток» от Молодежного союза художников города Перми. Всем привет еще раз. Сидим на закрытом открытии выставки «Поток». Сейчас будет.